Людей, когда приписали чужую дачу мне, вам не стыдно? И с тех пор вы еще ни разу не извинились. Вы мне ответьте, почему чужую дачу господина Катруца вы написали по всей стране, что это дача апостолов? Вы извинились передо мной? Да вы же лжете людям, понимаете? Вы обманываете людей. Поэтому идите, пожалуйста, отсюда. Я смотрю, вы хорошо выглядите, загорели уже, отдохнули. Идите дальше, отдыхайте. Я слышала мнение. Вы латини, то против... Я бань ластат, ну принес. К нам принят он люди, он ластат. Нет, депутат, премьер, да. Консильер, вы его отбали достат. Я у кого-то не шел достат. Я у кого-то достат народ не шел его. Вы его отбали достат. Да, поэтому землю, да. Как говорит господин Клименко, за 500 тысяч покупаете ее в городе. Нет, когда депутат степлинжи. Куй степлинжи. Не удалось. Кто у бабы базарная? И кто у бабы базарная? Да. Это вы так себя ведете. Цепляетесь. Дичину плетешь, дичину плетешь. Програма ста, телевизионная ста, партиду шор. Дичь ну ли даст бани? Дичь ну ли даст бани? А какой программе вы говорите? Шор. Выйдите отсюда, пожалуйста. Да, сейчас ветовое коло, шор. И хватит обманывать людей своими. Да, сейчас уже фарасы не требуют. Это почти с конца не требуют. Из депутатов, из примар. Я муж фукс, а что за машина фукс? Да. Да я больше ничего больше, ты все воду лумяешь. Да я не фагологи, я фагологи. Вот я рекнешь, я лучше расспунду. Я лучше расспунду, дичь ну платишь ты. La televiziune și e, la cameromanii ăștia, la jurnaliști, ce nu plătiți banii? De ce nu plătiți banii? În limba maternă vorbește. Eu știu limba distanță. Da? Voi vorbește limba distanță. Dacă voi nu înțelegeți ce vă dăuți văpros. Te vă șasă vostru, șor. Программа шор, да, лумя, ну принесите, да. Ну, Господин полицейский, освободите, пожалуйста, проход. Человек пройти не может. Пожилой человек идет. Хотя, где же от завтра и лока еще? Курты допили в астро десину. Сваде луме депутаты. Сваде у вас фильма. Сваде луме депутаты. Это сын депутаты ностры. Мы платим бани. Да. Да. Антидзиль ее принес. А когда вы в парламент приходите, мы с вами разговариваем. Кучини ворбит. Кучини ворбит. Куда мне вас? Ты уприт водата? Да. Ты уприт водата? Вы забыли? Да, конечно. Вы не захотели общаться, потому что я вас тогда четко спросила про дачу, которую вы мне приписали. Поэтому вы быстренько ушли из парламента. Да, чьи дача-то? Что моя дача? Да? Да? Вам не стыдно? Что это номер? Правильно, на вас суд надо подать за клевету, вот тогда вы остановитесь. Хай, что я демонстра, да он лукрят за фиг-то. Фиг-то он лукрят за. Да, но ларом прямо. Консилию районал. И что? Да. И что? Кум и что? Ей вечно консилию районал. Фикса луи. Да, да. Да, мы с вами депутат, фикса и на консилию районал. И что? И ничего. И что? Отфурат, отчервит какой-то вред. А колон в архиве. У вас есть доказательства? Да. Да? Да? Подайте на это в суд и... Да. Ну, понять мы напомним. Ну, понять мы напомним. И есть, и ту, коррект и ту. Уна, уна, коррект и ту. Да. Коррект и ту. Уна, уна и ту. Да, да, че сайонга? Сейчас какой двой, когда ста двой на губернаре? Абсолютно нет. Unii avocatul lui Marina? Mi-e întrebă și avocatul. Și o pierd gata să... Da, uite, el a venit și a dat răbde. Ai puteri mari, în continuare. Și o pierd polițistului la urechi, hai eu odice. Dar și nu ești tu și mă ieși mindice, și e tău în curtea de piel sau și... Pe la toată lumea. Hai, ce-i tăcut? Șoptește-i. Gata? A să vă vină la tăți, e că mă apuc de primarul. Toate ședințele lui Plătișneu. Cine plătește pe dânsul? Da, 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 Verejan, da. Actu, fixă lucrează în Consiliul Raional. Foarte bine. Orhei, da cum doar? Mafia lor pe tot locul. Fură statul ăsta în stânga și în dreapta. Domnul procurator, vă rog frumos
владельцем маскобойных одинца атрибути лишь указу, где представьте, что элемент скорее под скаду. Субабануяла де акцюнь, софарти, превосходный контрабатюн, и оборок с влац масуры. Тут мы там с тем институции публик. Хоть и мы не знаем, да. Респектиоз. Якраз латини. Якраз латини. Урок, пурку лечалось, профессионист. Если бы какая-то полицист. Сначала кутуфли в масоку, фарикольцу. Да, да, дракосла, мода, я это взял. Что, я команда? Что? Ну, это в шарере. Фарикольцу. Дракос, гяги. Eu mă uit din cap până în picioare. Eu prima încălțăminte. Eu încălțăminte văd cine e om. Este hoț. Dacă e pe încălțăminte. Doamnul colaborator. Da. Că este hoț. După încălțăminte ți-o spun. Că e hoț. Și hoț mare. Alo, bună ziua. Deci, curtea de apel Chișinău, strada Deva 4. Rog să fie chemat colaboratorii de poliție, având în vedere chestia persoană doamna Olaru, care încalcă ordinea publică, instituție inclusiv și acostează cetățeni. Vă telefonează avocatul Panaru Vadim. Leonski avocat. Leonski avocat. Etajul 1, curte de apel Chișinău. Первый этаж. Aștept vă rog frumos. Hai că nu ești primul. Dește ca tine cu toană. Cu toană, în moment dat. Care vrei? Și Ludmila Ouș, inclusiv, care azi am câștigat-o. E că nu e acasă. Trebuie să ne iau stoară și stărât. Tot așa, cu 3 articole pus Ludmila Ouș. Da. Hai că vă vine timpul. Vă vine timpul. Ți-o promit eu. Pentru încă și o chemare falsă. Ca e avocat cu bună știință. Mă amenințați? Nu te amenință, eu ți-o spun ce faci. Eu știu ce faci. Și scordoarele tăile sau și șoptiești el la ureche. Tu dai seama ce faci el, nu? Nu îmi prăjește, că de ești avocat, Bănaru. Da. Da. Bănaru, avocatul lui Tauber. Cheamă el poliția.